Дерево там замечательное. Красивое. Тройное. Начну с красоты. Вот как красиво. Это точно сарафария. Еще раз сниму эту сарафарию. Она очень яркая. Ну, трудно цвет передать. Снимаю на телефон, потому что уже камера закончилась у меня. Место. Вчера закончилась батарейка, сегодня место. Ну, что поделаешь. Вот сарафария. Это экзотические грибы. Красивые, но съедобные. Супер просто. Просто отпад. Пленочка с них снимается, и потом под пленочкой желтенькие такие получаются. Пленочка как у масленочка. А можно и не снимать. Все равно хорошо. Классно. Красота. А вот мои сарафарии, они так и не выросли. Немножко растут, но я их тоже трогать не буду. Они тогда были крошки, прошла неделя, они так медленно растут, совсем не растут. Вот сарафария растет, сине-зеленая. В моей книге они обозначены как экзотические грибы, они съедобные. Они растут иногда большими полянами, но, увы, я их очень редко нахожу, тем более такого вот красивого цвета. Такого вот качества шикарного. А это что такое? Ну, это, скорее всего, слизевики. Лейкогаллы. Они везде. А вот сарафария хороша. Красивая. Сейчас я еще раз пересниму на другое видео. Не хотят расти. Зато рядом с ними, хоть и невзрачные, но это все равно рядовка серая. Какая есть. Покусал кто-то, ну что поделать. Ну что ж, все. На вид они не очень, но на вкус они очень хорошие. Напоминает куриное мясо. Ну, вообще вкусные грибы, просто грибы. Шикарные. А рядом я нашла сарафарии. Сейчас я их покажу. Самые-самые такие очень-очень красивые. Не выцветшие, а настоящие. Сарафария очень красивая. Великолепная. Очень красиво растет. Просто супер. Такие яркие очень редко попадаются. В основном они уже или пожилые, блеклые, или не такие породистые, как эти. Все, на этом там он рядышком лейкогалла. Сарафария попалась. Это мой съедобный грибочек, я его люблю. Ну вот это уже старенькая, наверное, она выцвела. Поганочка такая, сарафария там, да? Поганка. А она, когда сваришь, пленочку снимешь, а она беленькая такая, желтенькая, шикарненькая такая, очень красивенькая в супчике. Сарафария. Это экзотические грибочки. Сарафария. Но их иногда много в ельнике бывает, но мне не везет. На много не получается набрать. Привет, друзья! Что-то вы не растете совсем. Так, наверное, зазимуете. Но что делать с вами? Что мне делать с вами? Ничего не делать. Растите себе и дальше. Удивительно. Не хотят расти. А были вообще кнопочки, немножко подросли, просто очень холодно. Листиками их укрыть. Сейчас укрою листиками от мороза. Не для себя, а для них. Вот так вот. А тут такой ельник, им должно быть тепло. Ой. Лес хороший, но здесь елочки маленькие.